Свое восхождение к спортивным вершинам Александр Цыганков начал еще в детстве. Играть в профессиональный футбол он учился в спортивной школе ЦСКА. За годы карьеры Александр Павлович сменил немало клубов. Последним стал видовский «Металлург», в котором он долгие годы был капитаном. Коллеги и друзья всегда с удовольствием вспоминают своего лидера. Саша обладал всеми качествами, которыми обладает настоящий человек. Саша – это наше все, это гордость нашего футбола видновского. В этом году юбилейный 10-й турнир собрал 5 футбольных команд из Москвы, Ступино и Видного. Судьями был выбран самый демократичный вариант проведения соревнований – игра по круговому принципу. Победить в турнире, посвященном памяти Александра Цыганкова, это особая честь для каждой команды. И как приятно, что главный кубок достался видновчанам. Основной инициатор проведения соревнований – это семья Александра Цыганкова. Из года в год его родственники прикладывают все усилия, чтобы турнир рос и развивался. Особый упор делается на привлечение молодых спортсменов. Поколение за 10 лет сменилось. Вот, те люди, которые играли с Александром Павловичем, уже осталось их немного. Мы как бы подбираем молодежь, которая, в общем-то, активно соглашается играть в этом турнире. За годы своего существования турнир стал знаковым для всех знатоков и любителей футбола. Это яркий пример, когда превратился турнир этот из частной инициативы, такой городской, даже районного значения. Сейчас нам помогает и администрация, отдел культуры и спорта, и городской центр спорта. И когда мы все вместе вот объединились, получается вот такая вот красота. Турнир памяти Александра Цыганкова активно поддерживается представителями властей нашего муниципалитета. Это одно из главных спортивных событий города. Это турнир, который, во-первых, пропагандирует здоровый образ жизни, во-вторых, прославляет футбол и все больше людей вовлекает, да, в этот вид спорта. Ну и в-третьих, безусловно, вот эта память о человеке, о жителе, она продолжается. Возможно, к следующей юбилейной игре организаторам удастся набрать молодую команду футболистов, которые продолжат славные традиции отцов. Екатерина Коваленко, Владимир Андрианов и Ольга Садовская. Видное ТВ.